может быть, как-нибудь, пока не поздно, отведите, ребята, Алик, не делайте это, не делайте, не надо. Вы в любом случае, Алик, пойми, и ты погибнешь, и я погибну. Что с этого толку будет? Сам правильно пойми, кто от этого выиграет? Мы же от этого с тобой не выиграем, понимаешь? Если мы, я тебя увижу в бою, понимаешь, что ты отлично, не отлично, уже я тебя сидеть не буду, так же, как и ты меня, понимаешь? Ты лучше ко мне как гость приедь, Алик. Отводи, ребят, не надо. Не... Пожалей ихних матерей, пожалей их самих. Отводи, ребят, Алик, дай команду. Ну, я не такой большой начальник, чтобы давать такие команды. Алик, ну, ты правильно пойми. Я, например, тебе просто от сердца, да, и чисто желаю, чтобы ты живой, конечно, остался, но уйди лучше. А я такого выбора не имею. У меня есть приказ, и я его выполню в любом случае.